Девчонки, всем большой привет, добро пожаловать на мой канал, и в сегодняшнем видео хочу вам показать мои покупки уходовой косметики за последнее время. И кому интересна данная тема, оставайтесь со мной, всем желаю приятного просмотра. Покупок было не так уж и много, но все-таки есть что вам показать. Я делала заказ уходовой косметики Faberlic, также что-то приобрела на сайте Wildberries, и также одна была покупочка из Магнита косметическая. Начну я с заказа уходовой косметики Faberlic. Конечно же, я взяла новинки. Первое — это витаминный гель для душа из линеечки Витамания. Здесь у нас юзу и маракуйя. Потрясающий аромат. Мне очень понравился. Сейчас я послушаю его. Ну, очень вкусный. Прям вот насыщенно пахнет маракуйей. Мне так нравится. Потрясающий аромат. С большим удовольствием буду, конечно же, этот гель использовать, но пока что я поставлю его в запасы. Здесь у нас объемчик идет 380 миллилитров. Очень такая удобная и красивая бутылочка. Так, дальше из этой же линеечки я взяла жидкое мыло для рук. Вот такое. В объеме уже 300 миллилитров. Вот. Раньше, конечно, были такие вот круглые, получается, баночки. Сейчас вот такие, мне кажется, это даже гораздо выгоднее покупать. Там, по-моему, раньше был объем 150 миллилитров, то ли меньше, честно говоря, не помню, но здесь 300, и мне кажется, прям вот такой позитивный желтый цвет, и так много мыла просто не может не радовать. Так, и также из этой линейки я взяла спрей для тела, но не один, я не знаю, либо я по ошибке закинула целых 3, либо, может быть, там что-то было 3 по цене 2, или что-то вроде этого. Ну, в общем, я взяла вот один вот такой вот спрей, витамины даже не спрей, а витаминный мист для тела. Вот, в общем, один, и еще, девчонки, целых 2. Не знаю, конечно, один я хочу взять в использование на октябрь. Если он мне понравится, то все эти 3, в общем, у меня уйдут. Ну, поставлю, конечно же, 2 в запасы. Если мне не понравится в использовании этот спрей, ну, там по аромату, там или еще что-то. Эти, кстати, спреи, они без содержания спирта. Если не понравится аромат, то я вот эти вот 2 продам на Авито. Ну, в общем, туда уже дальше будет видно. Пока я планирую, конечно же, использовать. Так, ну, из постоянных линеечек. Это у нас линеечка Beauty Cafe. Я взяла 2 жидких мыла. Грушевое парфе и малиновый мильфей. Уже не первый раз беру. Разное мыло есть. Там и апельсиновая меренга, и с лаймовым сорбетом, и черничным капкейком. Любое классное. Очень приятные ароматы. Очень вкусные. Мне нравятся. Поэтому вот, конечно, чередую. Разные покупаю. Еще есть банановый мусс, по-моему, или что-то вроде этого. В общем, разные всегда беру. Так, и еще от компании Faberlic я приобрела себе новиночку. Так, отсвечивает, простите. Это туалетная водичка новая, Alchemix. Очень приятный аромат. Я уже его слушала. Такой, знаете, цитрусовый. Вот таким образом этот флакончик выглядит. Очень такой красивый. Но я возьму в использование эту водичку где-то примерно в марте, в апреле, в общем, на весну, на начало лета. И даже просто на лето, мне кажется, будет идеально. Сейчас нет. Сейчас мне таких цитрусовых ароматов не хочется. Ну, пахнет, знаете, вот лимончиком, лаймом, таким вот зеленым чаем. В общем, зеленые такие нотки. Давайте, наверное, даже вот так красиво я поставлю. Красивый такой флакончик. Вот. Ну, какая-то, конечно, стандартная нота здесь компании Faberlic в аромате присутствует. Вот. Ну, в целом, неплохой аромат. Напоминает мне, вот знаете, вот либо аромат юзу, либо аромат бамбук. Вот что-то схожее у этого аромата и у тех, что-то схожее, в общем, есть. Так, еще что я приобрела в Магните, увидела новиночку, ну, для меня это новинка, фа, освежающий гель для душа, арбуз мохито, аромат арбуза и свежей мяты. Ну, конечно же, оставлю на лето, потому что сейчас таких вот освежающих ароматов мне, честно говоря, ну, не хочется уже.
Сейчас чего-то уже хочется такого более сладкого, так сказать. Дальше. На сайте Wildberries я приобрела два товара. Сейчас буду очень ругаться. Сейчас узнаете, почему. В общем, первое, что я взяла, это для меня новинка от марки Garnier с витамином С. Гель пенка для умывания с водой. Очищает, придает сияние и выравнивает тон кожи. Вот, подходит для всех типов кожи. Я, конечно, себе еще хочу такой вот тоник для лица. Есть также мицеллярная вода вот в этом варианте. И вот я взяла гель. Тоник, к сожалению, мне не встретился. Так, и я взяла как раз-таки тоник для лица, но другой. Это у меня основной уход. Тоник, который тонизирует, смягчает с розовой водой, предназначен для сухой чувствительной кожи. Я периодически, конечно, приобретаю его в холодное время года, то есть осенне-зимний период. Но что у меня с ним случилось сегодня? Получается, я забирала, когда с Wildberries свой заказ, вот этот вот продукт был, в общем, упакован в пупырку и такой вот полиэтиленовый, в общем, пакет, пластиковый, да, думаю, поняли. Вот, запаковано, в общем, все хорошо дошло, то есть все в целости, сохранности, чего не могу сказать вот об этом продукте. То есть я начинаю аккуратненько вскрывать и понимаю, что пакет уже мокрый, там какая-то жидкость. Я об этом говорю девушке, которая выдает заказ, она говорит, а я вам уже его провела. Я говорю, вернуть я этот товар могу? Она говорит, уже нет. Ну, замечательно, открываю, в общем, до конца. И просто вижу, что вот эта вот штучка была вот так вот немножечко приоткрыта. Здесь вот эта вот штучка сломана, видите, да, вот она полностью отломлена. Это сделала не я, это уже так было. Не знаю, конечно, как ее отсюда извлечь, но как-то потом я это все сделаю. Вот, ну, суть в том, что вот так, да, вот так, девчонки, это все было в пакете. Немножко, конечно, пролилось, очень неприятно. Был только вот этот вот самый пакет. Этот вот, как он называется, я забыла уже. Ну, в общем, ладно, думаю, вы поняли. Как вот на почте вот эти вот пакеты там разные для посылок. Вот. В общем, в таком пакете было, без пупырки. И вот товар немножечко, конечно, травмировался, сломано. В общем, отзыв, конечно, напишу. Очень неприятно, жалко, что не смогла вернуть. Ну, думаю, ладно, ничего страшного, пусть уже будет. Вот видите, как, например, здесь, то есть вот так вот все это дело плотненько закрывается, и вот, пожалуйста, да, а там это все отломано. Ну, очень, конечно, неприятно, вот, ну, что поделаешь. Так, девчонки, что я вам еще хотела показать? Я здесь, в общем-то, полистала следующий каталог, у него период с 23 сентября по 6 октября, то есть он уже действующий. Что бы я хотела заказать в следующий раз? Тут для себя я делала такие закладочки. Ну, конечно же, давненько уже хочу протестировать вот такие вот гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз. С вот этой вот линеечкой Океанум, в общем, с водорослями. Вот, очень давно хочу, поэтому надеюсь, что в ближайшее время у меня получится их приобрести. Далее, здесь меня привлекла вот такая вот кислородная маска для лица. По-моему, это маска, правильно же? Да, вот, кислородная маска для лица. Она очень такая красивая. Такая вот как желешечка. Прям мне так захотелось. Так, дальше. Так, тут, по-моему, больше ничего. Сейчас я еще раз пролистаю. Ну да, здесь больше ничего. В общем, вот эти новиночки тоже очень хочу. Здесь у нас вот эта вот линеечка Аромания, малинка, дыня и абрикос. Слышала разные отзывы, но, конечно, протестировать мне бы хотелось все три. И для себя уже пойму, какая нравится, какая нет. Ну, в общем, с первого, думаю, пшика будет уже понятно, хочу я пользоваться дальше или нет. В любом случае найдет своего хозяина на Авито, если вдруг мне не понравится. Так, и здесь тоже я увидела новинку. Вот такой вот блеск для губ, клубничный коктейль. Мне бы очень хотелось. Такой прям красивый. Детская, конечно, линеечка, но мне вот хочется. Вот, все мы дети, да, в душе.
В общем, у меня есть и вот такой вот тинт, и вот такой вот есть бальзамчик, и вот такой блеск есть, а вот такого нет, поэтому очень сильно хочется. Вот, ну, кстати, вот у ребенка есть вот такая сейчас пена в использовании, линейка Ума с ананасиком. Ну, и потом я бы, наверное, хотела приобрести ему вот эти вот шампуньки из линейки Ума. Тут, конечно, возраст 3+, но нам уже в ноябре 3, поэтому думаю, что, в принципе, неплохо будет. Вот. Хотела бы, конечно, всю линейку приобрести, вообще детскую протестировать, Ума и мыло тоже сыну взять. Ну, в общем, со временем все попробуем. И зубная паста вот даже есть такая вот с бананчиком, тоже хотелось бы ее протестировать. Так, ну и вроде бы как здесь я больше ничего уже такого не заприметила для себя. Ну да, больше, в общем-то, ничего. Так, девчонки, вот такое видео у меня получилось. Это и все мои покупочки за последнее время. Кому это видео понравилось, обязательно ставьте пальчики вверх. А также подписывайтесь на мои каналы. Дзен, телеграм-канал, а также YouTube. Все ссылочки я оставляю в описании под роликом. Обязательно подписывайтесь на Дзен. Там ролики выходят гораздо быстрее, чем на YouTube. Конечно, на YouTube я выгружаю тоже, но с огромным опозданием, потому что на Дзен мне выгружать гораздо проще. Поэтому, если хотите смотреть, в общем-то, ролики вовремя, то есть не ждать, пока я там выгружу на YouTube, то смотрите, конечно же, их на Дзен, всем буду рада. Ну и неизвестно, что будет дальше вообще с YouTube. Вот, так что всем еще раз огромное спасибо за ваши просмотры, лайки, комментарии, подписку. Как и всегда, я желаю всем хорошего настроения, отличного дня и всем пока-пока!